Там какие-то следы, кстати, у колодца есть. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Подсвети. Вроде тут что-то это... А я вот постоянно хожу практически. Понятно. Это, наверное, солнышко просто в окошко. Ну там труп, что ли, какой-то. А как туда попасть? В ту сторону? Не знаю, сейчас посмотрим. Ой. Странно. Ну неужели туда нельзя? Я надеюсь, я выберусь потом. Пробрался так. Ничего ценного, к сожалению. Ага. Ну хорошо, что можно хотя бы так пролезть. Ну да, да. Забавно. Так. Давай посмотрим. Что это? Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Ага. Это собака, да, там? Я не пойму, собака. Да, собака, слушай. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Ну, так-то мы все смотрели. Возможно, есть смысл вернуться и спросить, что тут было. У колодца не загорается ничего? Нет, вроде. А вот веревка, интересно, не активна? Да нет. Может быть, спрыгнуть туда? Ну, я вроде могу. Нормально. Я не ожидала. А что дальше? Нам бы кошку. Так, здесь. Нырять, ты... что ли, дальше? Ну ты поплавай, посмотри сначала, потом поныряем. Ну вот. Да, нам бы кошку. Интересно, я не могу ее сделать? Нет. Не хватает. А чего не хватает? Водная эссенция. Ага, зато могу масло сделать. Водную эссенцию не могу. Тело? Где? Сюда я его точно не достану. А, вон, висит. А что нам с ним делать, с этим телом? Как-то сбить надо? Перебить веревку? А, ну может быть. Или снаружи обрезать. Или что? Или снаружи обрезать. Ну да. Да, но нам теперь надо как-то еще выбраться. Так, что это такое? Браслет. Это та самая девушка, получается.
Да, скорее всего, этого убили. А ее, наверное, вообще снасильничали. Ну да. Все тут разорили. Разнесли. Хорошо, как выбираться-то? Под водой? Под водой посмотри, там, где льется по стене. Там, может быть, что-то есть, какая-нибудь пещера или еще что-то. Мы просто там не ходили, не смотрели. Нет, вроде как. Потому что я вот здесь ныряю же. Видишь, ничего там нет. Я думаю, я знаю, кажется, сейчас. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Угу. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Здесь, мне кажется, надо занырнуть будет сейчас. А мы, кстати, можем там еще что-то почитать? Да нет. Ну ладно. Подожди, а вот здесь? А, нет. А здесь? Нет. Стой, чего ты? Ну, получается, колодец в порядке, потому как она там висит, а не в воде. Ну да. Так, надо вот здесь всплыть, посмотреть. Хотя вроде ничего такого я не вижу. Ой, темно как. Хорошо, еще хоть под водой видно. О, вот. Угу. Прочитать о полуденницах в бестиарии. Да, причем они давно там уже это подсказывают дело. Сейчас попробуем. О, как. О, как. Круто. Надо так, надо так почаще оглядываться. Ага. А это мы где? Рядом? Прямо? Да, рядом. Подожди, мы этот дом не осматривали в отдельности, который, да? Да, не осматривали. Сейчас посмотрим. Надо попробовать рыбу половить. Опа, тоже повешенный. Это, наверное, как раз тот самый Волькер, возможно. Возможно. Короткий стальной меч. Что за штаны там? Сейчас посмотрим. Так, ладно, вокруг вроде ничего нет. Так, надо сначала посмотреть штаны. Ну, штаны-то явно лучше. О, здесь можно сравнивать, классно.
Только починить нужно будет. А как-то писали, что я могу посмотреть быстро, а что-то не показывает. Или они так же смотрятся? Ой. Не знаю, короче. Да, ну тут без вариантов, они получше. А меч? Да и меч получше, как ни странно. Угу. Что вообще удивительно, конечно. В том плане, что все-таки ведьмачий меч. Ведьмачий меч, он должен быть хорошим. А этот какой-то в воде валялся. Он в сундуке был. Или нет, подожди. Нет, не в сундуке был. Да. Ну, он не в воде, но все равно он валялся сколько времени. Сможем мы достать-то ее теперь? Вон, видишь веревку? Веревку-то я видел еще тогда. Вот, во. Смотри. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Наверное, тут можно было нажать, просто не углядели, что загорелось. Мы о полудницах не прочитали. Ну да. Бестиарий. Полудница. Мы, по идее, должны были сначала найти ее веревку. Да, да. Положить про браслет, а потом уже идти вниз и найти этот браслет. Да. А мы, как всегда, все наоборот. Вопреки распространенному мнению, крестьяне прерывают работы в середине дня для того, чтобы спрятаться не от жары, а от полуденец. Влад Реймонд. Мужики и их обычаи. В особо жаркие дни на полях иногда появляются призраки, напоминающие иссушенных солнцем женщин, одетых в длинные белые одежды. Это полуденницы, духи женщин и молодых девушек, которые умерли насильственной смертью непосредственно перед или после своей свадьбы. Обезумевшие от боли и ненависти, кружат они среди нив в поисках своих прежних неверных любовников или соперниц, но убивают каждого, кто попадется у них на пути. От перехода в мир иной их обычно удерживает некий предмет, имеющий для них особое эмоциональное значение. Поэтому, найдя в чистом поле обручальное кольцо или изорванную фату, лучше их не поднимать, а как можно скорее удалиться. Все-таки получается, это она не сама убилась, а ее убили. Ну да, убили. Какая красивая. А вот лихо у колодца, кстати. На долю обитателей Белого Сада выпало куда больше страданий, чем они могли вынести. Войска потоптали им озимые, Грифон начал таскать скот, и будто и без этого селению недоставало бед. В ближайшем колодце завелась полуденница. И вовсе не странно было, что это создание, как бы венчавшее все беды Белого Сада, местные прозвали Лихом. Ведьмак чувствовал, что нечто связывает полуденницу с местом ее обитания, а значит, чтобы отправить ее душу в мир иной, Геральт должен был сперва разгадать ее секрет. Когда же это было сделано, началась подготовка к битве. Полуденница – существо весьма опасное. Она может сбить противника с толку, ослепив его или создав собственное зеркальное отражение, которое будет понемногу вытягивать жизненную энергию из жертвы, тогда как их создательница останется нетронутой. В бою с ней ведьмак не мог рассчитывать на один только меч. Чтобы заманить ее в ловушку и заставить принять материальную форму, был нужен знак Ирден. Взглянем еще раз. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать.
Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Ха. Было бы что выпить. А мне нечего пить. У меня только, ну вот масло только могу сделать одно. От Ты можешь призраков. Подождать ночи и попробовать утопцев побить. А. Тебе же не важно, этим днем там или вечером ты прибьешь ее или позже. Ну. Ну это да. Я так образно. Потому что там все-таки девочка лежит. Болеет. У нас уже ночь. Давай к водоему какому-нибудь сходим. Так вот рядом. Ага. Интересно, охотиться тут можно? Не, ну опять же, тех же утопцев тоже надо как-то запинать, умудриться. Как-то светло еще. А их еще здесь и может и не быть. Может быть. Утопцев. Ну ты можешь по реке пройтись. Там дальше река же идет как бы. Вот сюда, наверное, да. Там, кстати, какой-то вопросительный знак. О, кто-то есть. Наверное, это они. Да. Их много. И они третьего уровня. Клево. А что это бахнуло там? Бочка взорвалась. Угу. Больно. Ну да. Еще кота. Ардему можно попробовать. Ой, странно. Ну ладно. Очень хорошо. Нет, все плохо. Ёлки. У тебя больше было здоровья. Ну, в принципе, реально. Ну, это мне повезло, эти двое сдохли. Чего повезло-то? От бочки двое сдохли. Тактика. Повезло, что они сдохли в любом случае. Тактика. Если бы они не сдохли, меня бы забили. Этот вообще четвертый. Еду ешь. Ах ты гад. Ого, класс. Теперь плохо, твое. А, хочешь попробовать бахнуть? Ну да. Убежали! Ха! Они пошли обходить, ты далеко отошел. И они пошли оббегать вокруг. Ты рецепты нашел, что ли? Я не поняла. Ну что ты там нашел, да. Еду можешь съесть еще. Смотри, они выйдятся. Почему я не могу с него мозг забрать? О! Нагрелся, зараза. Зараза. А ты не сохранялся? Нет.
Так, а что я там за масло могу сделать? Какое-то масло я там мог сделать. А что у нас еще, кстати, что-то с собой было? А, ускоряет... А, восстановление энергии. Это не то. Трупоеды. Ну, у нас, по-моему... А эти-то не считаются трупоедами. Кем считаются? Так ты можешь прочесть, наверное. Нет, не могу, смотри-ка. А, ты же загрузился, то есть, получается, скинулось это все. Ну да. А, ну ладно, попробуем сделать. А бомбы? Ты можешь бомбы сделать? Одну. А, ну ладно. Я думаю, смысла нет. Хотя они мощные, наверное, бомбы-то. Не попал, да? Да, не подожглась. Печально. И еще загрелся. А, нет. Ловкий какой. Нормально. Порхаю, как бабочка, да? Ага. Жаль, как пчела. Ну, в принципе, то есть тактику боя с ними, если понять, то они уже не такие вроде сложные получаются. Ну, это всегда так. Клинок бригады Врихет. Что-то знакомое этот Врихет. Это не Львгардская вроде. Чертеж, ну, болт, вырванная страница, отвар из лешего. Смотри, вон слева. Белый лежит. Черный. Черный, да. Вот он. А, это бочка. Чертеж, гарпия. На той стороне смотри. Отвар из волклака. Вот, тоже. Ага. А там что-то есть, раз они там ходят? Фиг знает. О, мозг. Один. Ну, хотя бы. Четырех запинали. Почему один мозг-то? Потому что ты еще не опытный собиратель мозгов. Ага. А, нагрудник посмотри. Он может быть хоть и простой, но получше, чем у тебя. Белый мед. У нас был, да, белый мед? Действует так же практически, да? Хотя нет, вообще-то... Белый мед, да, снижает интоксикацию, отменяет действие. Угу. Ну, давай попробуем. О, как, а почему он из этого списка пропал? Я не знаю. О самом. Ну давай сделаю, почему бы нет. А, и тоже пропал. Не понял. А мы можем сделать... Вот она, гарпия. Ого. На 37 уровень. А чего так много-то? Ну ты собирай пока. Офигеть. Он какой-то легендарный. Серебряный. Качество какое-то у него крутое. Тоже неплохо. Жалко, сравнить нельзя с нашей. Нагрудник посмотри. Сейчас. Так, ласточка. Три бомба. Штуки делается? Да, и бомба две штуки сделалась. А поскольку ласточка восстанавливает? Неплохо. Ласточка по 2 единицы, по-моему, капает. Да, по 2 единицы. А плюсуется с твоим регеном? Ну, наверное, да. Почему бы нет-то? Ну вот, все получше, чем да, у это лучше. По-любому. Вот. Хотя... Разные, ну, смотри, статы там. Сопротивление урону от чудовищ. А у нас здесь нет вообще сопротивления урона от чудовищ. Но при этом брони больше. Сложно сказать. Ну, какое-то дурацкое. Но
Но вариантов у нас все равно немного. Ты знаешь, не до жира сейчас. Ну да, потом будем выпендриваться. Мне тут завязочки не нравятся, мне тут пуговицы не по душе. Флорины, Орины. А чем мы... Ха. Ладно. Тут уже это... Крона это не нильфгардская, что ли? Валюта тогда. Я как бы не очень в теме, поэтому не пинайте. По идее, просто если они там ходят, значит там какая-то, наверное, добыча должна быть, да? Ну да, надо их запинать, конечно. Ну я предполагаю. Угу. Давай сохранимся, выпью ласточку. Прямо сейчас. Просто дальше же вот по берегу, где мы вот сейчас били их, там уже никого нет. Смотри, как она мало действует теперь. Как еда, то есть вот так вот не накладывается на какое-то время. Ну, в любом случае тебе надо было восстановиться. Ну да. Не очень, конечно, прикольно. Но я думаю, какое-нибудь другое зелье есть, которое надо... То есть прожимать надо будет. Четвертый уровень. Это ослепляет. О! Ого. А тут вроде ничего нет, но ладно. Мозги. Мозги, да. Правда, зелку, можем зелку, сдохнуть. Зелку. Еще один. Да. Такие внезапные. Ах ты гад. Фу. Фу. Фу, да. Это, конечно, да. Будет сложно. Ну как-то вы немного нам тут. Ну, видимо, сложность такая, потому что я не знаю, где мой мозг у топца. Я что, зря здесь страдал, что ли? Тут даже ничего и нет. Тут где-то знак вопроса был, может быть, это мы его как раз разграбили сейчас. Скорее всего. Ну-ка, сейчас карту посмотрим. Ну да, похоже, сокровища под охраной это были. Вот здесь в лесу прям что-то есть. Вот здесь, да, можно сходить. С одной ласточкой. А, подожди-ка. Что это? Мозг утопца, ура! О, прикольно. То есть я еще на карте вижу лут, оказывается. Заяц. Да не, это нереально. А, реально, смотри-ка. Казалун. Сырое мясо. Сырое мясо. А жарить можно? Возможно. Так, погоди, я пришел куда надо. Мне уже нравятся эти нычки. Гули-гули-гули. Четверо. Второй уровень. Они шустрые. Конечно. Уже сбил. Ах ты гад. Ловкие ребята. Да. Да.
Так. Вот здесь надо было масло, наверное, использовать, трупоеда. Точно, вот масло можно было бы, да. Да ёлки, ну, постой спокойно. Количество масел, эликсиров и бомб ограничены, и они могут закончиться. Чтобы пополнить запасы, войдите в окно медитации. Если в рюкзаке есть алкогест, его можно приготовить из крепкого алкоголя, он автоматически будет использован для пополнения всех ваших алхимических припасов. Стоп, то есть... Даже если у меня просто вот один алкогест есть... А у меня он не один, у меня вроде несколько было. Вот он, 7 штук. То есть каждый раз медитируя, я буду восстанавливать себе все, что у меня скрафчено? Что-то жирно как-то, не может такого быть. Ну, кстати, против призраков тоже сделаю. Да и это можно сделать. Все равно, я так понимаю, это все одноразовое. То есть ты не можешь постоянно крафтить только ограниченное количество, что ли? Я не очень понимаю пока что. Давай мы сейчас помедитируем чуть-чуть. Алкогест, чтобы пополнить алхимические припасы, был использован. Да ладно. Смотри, правда, все восстановили. Ну, по крайней мере, это, ласточку. А мозг утопца потратился? Ага, найди его еще тут. Вот он, смотри, да. То есть он не тратится. То есть вот это все это одноразово? Забавно. А, ну ладно, давай смажемся. То есть чем больше у тебя будет там, тем... Или только по 3 штуки можешь делать, я не пойму. По 3 штуки могу, похоже, только делать. Но пополняется автоматически. 20 из 20. На 20 ударов, что ли? 20 из 20. Ну, видимо. Забавная система. У меня и бомбы все восстановились. Бомбы такие. Они же урон не наносят. Ну да. Быстро. Ах ты. Ну что, паскуда? А что это такое стало? Я не понял. Горит, видишь, как? А, не смотри, ярость как бы набирает какую-то штуку. Я не пойму. В 3. Или это какой-то особенный изначально был? Да нет. Быстро. Чего такое-то? Сдох, чего такое-то? Так, хорошо. Да ёкало мне. А! Чё-то... Такие мутные ребята. Да. И за одним, то есть я как-то не очень могу. Вон, смотри, опять встал такой. Да, почитать про них. Вон, смотри, тоже. Ага. Какую-то ярость впадает, что ли. Когда одного убиваешь, что ли, или что? Не знаю. Или по времени. Не понимаю.
Готов. О, давай-ка сохранимся. Ах ты. Хорошо сохранился. Да. Ну, выносят они, конечно, быстро. Ничего не скажешь. Надо было этот знак сделать, защиту. Ага. Не, ну можно и пожечь зато. Нехорошо. Ух ты, гад. Есть. Запинали. Ух ты. Не понял. А трупы? Лежат. А, то есть ты как бы им тут зачистил все, да? И главное, время суток сразу передвинули. Ага. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. Да зачем он мне? Нужен этот ржавый хлебный ножик. Да, проказа. Ладно, не будем тырить. А где тут еще трупы-то были? Все. Чего? Только два. Покажи свои товары. То есть делаем вывод, алкогестам надо закупаться, затариваться там по полной программе. Все остальное не так важно, видимо. Ну как не важно? Ну получается так. Ну менее важно, скажем так. О, белая чайка, рецепт. Краснолюдский спирт, рецепт. Ага. Отвар из кладбищенской бабы. Отвар из призрака. Если ведьмак теряет треть здоровья от одного удара, то активируется щит Квен, который даст защиту от следующей атаки. Из элементаля. Ха. Давай бестиарий откроем, посмотрим. Что за ерунда там была с гулями. Давай. Бывай. Какой кнопка у нас бестиарий-то получается? Подожди, про кого они там говорили сейчас? Кто знает, что завтра будет? Не знаю. Ладно, потом посмотрю. А, бестиарий. Гуль. Гули игроверов нелегко описать. С одной стороны, они напоминают человека, но с другой они полная его противоположность. Хотя руки и ноги у них... За исключением ступней и ладоней человеческих, ходят они на четвереньках, подобно собакам или барсукам. Лица у них, как у обычных мужчин, однако не стоит искать в них и следа хоть каких-то чувств, разума и хотя бы искру сознания. Ими движет только одно неутолимая жажда свежего человеческого мяса. Ничего не сказано по этому поводу. Да. Трупоед, кстати, утопец у нас считается. Угу. Категория вот она. Угу. Будем знать. Утопец видом своим напоминает труп, который долго лежал в воде. Кожа у него нездорового синего или зеленоватого оттенка, покрыта слизью, пахнет гнилью и илом. Потому считается, что утопцы, а также их более опасные родичи, такие как водяные, болотники или топляки, рождаются из тел несчастных, которые утонули на мелкой воде, заблудившихся путников, пьяных крестьян, сошедших с вьющейся среди болот тропинки или детей, которые, играя, заплыли слишком далеко от берега. Игни против них хорошо работает, это мы уже проверили, да. А вот против этих игни не особо. А против полуденницы?
ну говорит Ирдан, Ирдан. Точно. Лунная бомба еще работает. Точнее, лунная пыль. Пыль. Бомба. А с этими разговаривал, да? С тетками? С тетками нет, но они, по-моему, такие. Нравишься ты мне, седой, что? Я вам тут, значит... Да пожалуйста, пожалуйста, все. Подожди, кто там? А там еще один был знак вопросительный. Это он? Я не знаю. Да? Да. Ну пойдем сходим. Ой, Саша еще зелками не обзавелся, уже пошел. Медведь. 6-го уровня. Приключения. На 5-ю точку искать. Я его не забью, похоже. Ну, мне кажется, рановато ты к нему. О, жечь можно. А так я ему шкуру вообще не пробиваю, я смотрю. Ага. Мне показалось, даже звук был, как будто металлическому ударил. А когда он горит, смотри, можно бить. Уходи. Ну, скачи. А, нет, не туда. Уходи. А что там происходит? Я не помню. Звук какой-то странный. Не поджегся. А, ну вот сильными ударами можно, в принципе. Я надеюсь, что ты простой медведь, а не заколдованный какой-нибудь. Надеюсь. Не поджегся? Да. Осторожно. Ой. Стой, 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 только здоровье не восстанавливай. Вытится. Поджигай. Не, далеко. Не добил. Ай, бесполезно. О, нифига себе. Да поджигай вот так вот, когда он прыгает, он некоторое время стоит после топота вот так. Бей. Добили. А, все. Фу. Сало это хорошо. Давай посмотрим, что там. Медальон дрожит. Это место силы. А что он там за труп ел? Там лошадь какая-то, что ли? Или олень? Ну что-то такое, сейчас посмотрим. Зачерпнуть силу. Место силы. Ну только оно как-то по-другому работает. Одно очко умений. Mm-hmm. То есть вот так, это прокачка. Мощь знака Ирдана увеличена. Ага. Ну это понятно. Правой кнопкой. Ну, попозже поразбираемся, я думаю. Или мы просто получили достаточное количество опыта? Сложно сказать. О, кто-то тут. А я поэтому спрашиваю, лошадь там или еще кто-то? Если это лошадь, то, скорее всего, человек должен быть. Ну, да, это лошадь. Ну вот. Сапоги. Угу. Неплохо. Хоть что-то. Такие смешные. Я такой пока, конечно, разнообразный. Прям вообще.
Сырое мясо можно есть, оказывается. А готовить нельзя? Может, и можно. Вполне, почему нет. И готовое, допустим, будет больше восстанавливать, чем сырое. Отвары какие-то. Я хочу картечь сделать. Ладно, пойдем задание делать. Тебе нужно это подождать, чтобы восстановилось все. А, ну мы сейчас... А, подожди, мы там не сможем. Мы сейчас туда подойдем, а там, скорее всего, это полудница летает. Ну, ты сейчас вот сделай, а потом подходи. Опа. Ха. Оно не светилось. Тайничок. Ну вот. Приятненькое такое.